Самая красивая на свете, по версии мотолюбителей, это байки и девушки. Местным байкерам пришла в голову идея соединить эти две красоты воедино, чтобы получить идеальный образ красоты и брутальности. Мотобикини – событие для республиканской столицы беспрецедентное. И по эмоциональному всплеску сравнимое, наверное... Да ни с чем оно не сравнимое. Мотоциклисты усадили на своих железных коней дам, из одежды на которых были лишь бикини и шлем. И под рев моторов промчались по улицам города. Эмоции. Эмоции людей, которые ехали в машинах рядом. Когда едет толпа мотоциклов, причем едет, а не летит, красиво, девушки сидят полуголые, лето, жара, все доставали телефоны и снимали. Байкеры не ограничились пробегом и устроили тусовку с конкурсами и призами на городском пляже. Однако основная идея мотобикини все же не в праздном веселье. Привлечь внимание автолюбителей и общественности, что мы культурные, умеем ездить так, что с нами можно ездить полуголыми. Организаторы признаются, что уже с первого раза все прошло на отлично. И планируют флешмоб сделать ежегодным и более масштабным, как это происходит в других регионах. Алексей Петров, Федор Моданов, телекомпания АТВ.